дорогие наши выпускники, уважаемые наши педагоги, родители и все гости нашей столицы. От имени всего депутатского корпуса я хочу вас поздравить с окончанием учебного года и с получением лицейского образования. Я так понял, что вам нелегко было. Я понимаю. Поэтому, наверное, сегодня у вас радостный праздник. Хотя я думаю, что чуть-чуть он, наверное, и не такой радостный, а грустный чуть-чуть. Потому что, когда вы уже сегодня расстаетесь со школой, вы сразу и расстаетесь с детством. У вас с сегодняшнего дня практически начинается новый этап жизни, полный надежд и много-много мучений. Практически вы сегодня готовите фундамент под новую взрослую жизнь, определяете свое любимое дело, профессию и вообще определяете себя в обществе. Я вам желаю, уважаемые наши выпускники, чтобы вы быстрее, успешнее определились с этим выбором. Это в вашей жизни очень важный этап, очень важная проблема. Особенно я хочу поблагодарить наших педагогов, которые все эти годы были рядом с нашими сегодняшними выпускниками и делились с ними знаниями, жизненным опытом и душевной теплотой. Спасибо вам огромное, наши преподаватели. Хочу еще сказать, что наши родители, которые тоже, наверное, многое присутствуют здесь, очень многое сделали для того, чтобы наши дети перешли во взрослую жизнь. Но я думаю, что это не конец. Наверное, еще больше им предстоит поработать. Но жизнь продолжается, ничего страшного. Хочу вам еще напомнить, уважаемые наши выпускники, что вы для Гагаузии наша гордость. Вы для Гагаузии это наше будущее. И для вас не должно быть никаких преград, никаких вершин, которые вы не смогли бы преодолеть. Будьте бдительнее, будьте принципиальнее, решительнее и расчетливее. Уверяю вас, что в таком случае у вас рядом будет всегда успех. Будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы. Успехов вам! Спасибо! Дорогие выпускники, вот наконец-то наступил этот день, который вы ждали 12 лет. Позади годы учебы, позади государственные экзамены, впереди взрослая жизнь. И поэтому я хочу пожелать вам всем поступить в этом году в высшее учебное заведение. Я уверена в том, что вы совместно со своими родителями уже определились и приняли решение, где вы будете учиться. Я надеюсь на то, что вы уже определились со своей специальностью. Я очень хочу, чтобы вы выбирали не модные специальности, о которых вы узнаете из глянцевых журналов и гламурных телепередач. Я хочу, чтобы вы ориентировались на свои знания, на свои навыки и на свои природные наклонности. Многие из вас будут учиться за границей. Многие поступят в кишиневские, приднестровские вузы. Это говорит о том, что уровень лицейского образования в Гагаузии на высоком уровне. И наши молодые ребята абсолютно не будут иметь никаких комплексов, когда будут находиться за одной университетской скамьей со студентами Москвы, Анкары, Киева и многих других городов мира. Дорогие ребята, в этой жизни уже все зависит от вас, от вашей целеустремленности, от вашей трудоспособности, от ваших навыков и умения общения с другими людьми. Ставьте перед собой реальные задачи и выполняйте их. Ни в коем случае не забывайте своих дорогих родителей, которые, несмотря ни на что, используя все свои возможности, создают условия, чтобы вы не почувствовали трудности взрослой жизни.
ни в коем случае не забывайте своих преподавателей, которые сегодня находятся рядом с вами. Для некоторых из вас они где-то казались жесткими, где-то казались очень принципиальными, но я уверяю вас в том, что в этой жизни вам придется встретиться с такими людьми, после которых вы поймете, что ваши преподаватели были самыми добрыми людьми на свете. Я очень надеюсь на то, что многие, находящиеся здесь, решат учиться в Камрадском государственном университете. Наш Камрадский вуз – это очень серьезная стартовая площадка для успешной взрослой жизни. Я закончила Камрадский университет. Я очень благодарна всему составу преподавателей Камрадского университета за богатый опыт, за хорошие знания, за индивидуальное отношение к каждому человеку, каждому студенту. И поверьте, их навыки абсолютно не отличаются от навыков представителей молдавских вузов. Дорогие ребята, вы закончили лицей. Говорите лицею «до свидания». Но в то же время, дорогие друзья, в добрый путь, во взрослую жизнь. С праздником вас! Это был, безусловно, самый сложный и непростой период в вашей жизни. Но одновременно это был период интересный на события. Период, когда вы постигали жизнь, получали знания, учились дружить, совместно жить. Поэтому этот период, безусловно, запомнится вам на долгие-долгие годы. Убежден в том, что после долгих лет школы вы будете этот период вспоминать с огромной теплотой и любовью. Я хочу сказать вам, и сегодня об этом Башкан говорил, что мы, старшее поколение, чуть-чуть хорошо и по-доброму завидуем вам, потому что вы молоды, вы современные, вы образованы, и у вас есть огромное будущее. Все это огромный залог для того, чтобы жизнь у вас, в жизни все состоялось, и чтобы вы реализовали самые смелые и амбициозные планы. Я хочу поприветствовать наших педагогов. Долгие годы вы заменяли всем нам в школе наших родителей. Именно вы давали нам первые уроки добра и знаний. Поэтому низкий вам поклон за это. Мы любим вас, гордимся вами. Мы желаем вам здоровья и уверены, что и мы, и будущее поколение все будем вас уважать и ценить. Я хочу обратиться к родителям. Сегодня ваши дети уходят в взрослую жизнь, но они на многие годы остаются еще детьми. Поэтому будьте рядом с ними, помогайте и поддерживайте их во всем, потому что они нуждаются в вашей помощи. Еще раз хочу вас поздравить с сегодняшним праздником, пожелать всем добра, удачи и благополучия. Хорошего вечера всем. Слово предоставляется депутату парламента Республики Молдова Влах Петру Петровичу. Добрый вечер, уважаемые выпускники, добрый вечер. Преподаватели, добрый вечер, уважаемые родители. Конечно, хотелось бы поздравить в первую очередь с успешным окончанием сдачи экзаменов. Пожелать вам успешных поступлений в вузы, куда вы хотите, ту специальность, которую вы избрали, выбрали, чтобы она была для вас в будущем, в жизни, пригодилась, и чтобы она вам дала все то, что вы хотите той специальности. Конечно, хотелось бы вам еще пожелать здоровья. Хотелось бы, чтобы вы не забывали свою школу, чтобы возвращались всегда в школу с подарками. А подарок, самый главный подарок – это вы. Низкий поклон учителям, вам, поступающим, удачи и всего самого хорошего.